Доброе утро! Сегодня я приготовлю очень интересное блюдо. Это будет соус песто из свежих листьев базилика. Итак, мне понадобится листья базилика, кедровые орешки, сыр пармезан, либо его аналог, зубчик чеснока, соль и оливковое масло экстра вирджин, специально холодного отжима. Итак, все эти ингредиенты я помещаю в блендер. Здесь у меня 50 граммов уже чистых листьев базилика, затем чеснок, кедровые орешки, здесь у меня 20 граммов кедровых орешек и оливковое масло. Оливковое масло добавлю 100 миллилитров, взбиваю. Все, соус песто готов. Сейчас я добавлю туда сыр и соль. Здесь 15 граммов сыра пармезан. Перемешиваю. Перекладываю соус песто в банку для дальнейшего хранения. Храниться он может около 1 месяца в холодильнике. Также я вам расскажу, для каких блюд используется соус песто. В основном я его добавляю в классические итальянские салаты. Это знаменитый салат капрезо с моцареллой и с томатами. Затем можно сделать простой салат из обычных томатов. Если кто-то не успел записать рецепт, вы можете посмотреть все выпуски моей рубрики на сайте канала.